Два дизайнера и кофе машины. Дубль первый. Так. Как же мне сделать капучино? Куда засунуть эту трубку? Непонятно. А если нажму на мигающую кнопку, изменит ли это что-нибудь? Мне кажется, теперь тебе надо выбрать одну из зеленых кнопок. Почему вдруг что я не делаю? Боже мой. Надо. Я поднимусь. Зачем я держу эту трубку? Ты потянешь меня? Я чайник. Я не хочу, чтобы на это он обезвук еще. Как она понимает, когда остановится? Я не знаю. Как бы маленькая чашечка уже заполнила, должна быть. А, может, надо нажать когда-то? Поверни трубку туда лучше. Что, страшно? Да. О, я не нажимала, но сама прекратила. Вот и все. А, пенка. Сейчас будет пенка. Сейчас опять этот звук будет. Кто-то идет. Олесь, ты что-то поднимется. Надеюсь, я ее не сломала. Нам надо позвать кого-нибудь, может быть. Олег, что делать? Так никому мы не рассказывали. Господи, Олесь, давай из розетки выйдем.